И всем привет, дорогие друзья, меня зовут Илья, вы на канале Малой Плей, и сегодня мы продолжаем выживать в игре под названием Бермуда. В прошлой серии мы разобрались с тем, как у нас вообще крафтятся веревки, там всякая мелочевка, вода, жрачка, типа там туда-сюда. Так, нам надо разобраться, нам нужен пластик. Я не знаю, я сейчас сделаю какую-то плавильню, поможет она мне или нет. Вот этого я пока не знаю. Так, вот это мы забрём. Так, нам надо еще один фундамент. Стикпланкс. Вот так. Правильно. Так, мне нужна вот эта платформа. Сейчас одну платформу еще добавим. И на нее уже поставим эту плавильню. Или что это такое, короче. Так. Угу. Взяли. Так, нам надо ее вот, типа, вот сюда нам, в смысле, блоки. Ага, понял, я, короче, поставил немножко не так, ну да ладно. Ну все. Так, вот ее бы, блядь, переставить как-то, могу я? Ох, так, подожди. Какое оно, блядь, большое-то. Давай теперь смотрим. Она что-то должна у меня делать. Блин, вот эту хуйню я, короче, поставил не там. Ладно, потом там добавлю еще что-нибудь. Че я, блядь, застрял, что ли? Макс, много не наливай только. Так, смотрим. Так, это нам не надо. Так, стоп, значит где-то здесь, да? Так, вот это забираем, и вот это тоже заберем. Макс, забери и вытри. Быстрей. Так, бляха, муха. Давай еще одну сделаем, короче, платформу. Чтобы можно было ходить. Так, окей. Так, да, надо будет опять, блядь, кучу стиков. Просто кучу стиков. Ага. Я, правда, не знаю, что тебя тут блокирует. Хуйню какую-то мне пишет. Ну реально, что-то... Опа, подожди, вот только что было, да? Но это типа там, а с этой стороны может лучше. Да бляха, муха. Короче, понаставил немного неправильно, немного неудачно, я так вот сказал. О-о-о-о-о. Да блять. О. Так, смотри, мы можем ее, по идее, да? Типа как-то вот. А, вот так можем, да. Нам бы желательно ее. А, блядь, можем и все. Вот. Все мы можем, оказывается. Так вот это жалко не переставляется, да, у нас никак. В смысле, я ее разъебал? Это что у нас было сейчас? Это был гриль. Ебаный компот. Гриль это был. Для гриля у нас что? Стиков? Ну пиздец, ладно. Сделаем сейчас по новой. Юзаем. Смотри, вот это нам надо. И допустим вот это. Хуя. Походу это чисто это, да? Во что-то переплавлять металл. А, подожди, может здесь этот нужен? А, подожди, уголь. Зола, что это вот этот херобора. Ран, ну. Так.
Понятно, из тебя ничего не делается. Давай попробуем добавим камень. Нет. Из железа тоже ничего не выплавляется. Ну тогда, короче, нет смысла. Не пойму я просто, я ее сделала, блядь. Она мне не нужна. Из этой я тоже не могу понять, что мне надо сделать. Так-то ее можно запустить, но она тоже, видишь, ничего не делается. Хорошо, давай-ка мы тогда оттуда уголь заберем. Сюда еще одну надо бы добавить. Заберем уголь. Заберем, я сказал. Так, давай попробуем сюда угля добавить. Нихуя. Я, короче, пока тогда не вдупляю. Давай еще глянем, что у нас. Что мы там? О, пить хотим? Попей, попей, братан, ты че, нихуя себе, не гони. Так. Пластик. Пластик. Это что? Это у нас пластик. Просто. Погодь. А может это вот он просто и есть такой пластик, блять? Может он просто такой и должен быть? Давай это скидываем, это скидываем, это скидываем, это скидываем. Здесь потому что больше ничего нет, пожрачки в принципе боль-моль. А, поплыли искать пластик. Где-то он был, но я забыл где. Давай подобываем, кстати, металлолом. Металлолом нам тоже, потому что нужен. Давай. Сейчас, короче, посмотрим. Если это действительно вот просто тот пластик нам нужен, а я туплю, короче, тогда вообще хорошо будет. Давай, давай. Да, у меня тут кипиш, кстати, внимание не обращайте. Детишки. Так. Надо бы еще и рыбу половить, как бы, да? Чтобы было кого есть. Так, 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 так. По-моему, где-то в той стороне, наверное. Довольно. Так, где-то должен быть этот пластик конченый. Видишь, я его до этого как бы особо не подбирал, а оказывается нужен. Я так думаю, это он. Для начала говорю, сейчас хотя бы ласта, блядь, сделать, уже будет нам попроще. Во много-много раз. Причем. Давай-ка всплывем, вон там сразу металлолом подберем. Потому что плавает он, ну прям, блядь, до невозможности медленно. Вот эти бочки, ой, мины мы, наверное, тоже потом как-то сможем использовать каким-то образом. Не просто же так они здесь. Мы реально здесь мы почти все можем использовать. А, так, корабли, кстати, я что-то вот сколько пробовал, ты получается его херачишь, походу не ломается. Типа безграничный этот ресурс. Что случилось? Макс, чё с ним? Посмотри. Чё он? Чё он возмущается? Так, вон, да-да-да, есть пластик. Как раз у меня, по-моему, 13, 12. Мне надо 15. Три пластика сейчас. Сейчас я посмотрю, может, он как бы и не один дает, потому что я их столько не подбирал. Где-то вот здесь, да, они были? Да, вот они. Наверное, по два, по три где-то так дается, наверное. Сейчас позырим. Плюс 3. Отлично. Роб. А скраб метал. Нет, нету. Мне с ним что-то сделать надо, с этим пластиком. Потому что он какой-то другой должен быть. Он у меня просто как пластик сейчас записан же. Так, блять, пластик он в Африке. Вот просто пластик. Basic крафтинг материал. Так. Хорош. Сейчас, так, вон вижу еще стики. Сколько у меня их? 5. Надо много что-то там для
усовершенствования нашего топора, там, к примеру. Попробуем топор именно сделать сейчас. Может, он там типа что-то по-другому будет добывать. Так, из тебя ни хера. Такс. Да, нам бы, говорю, нам бы ласты и все. Мы бы тут, блядь, как сабнатики похуерли. Такс. Давай, давай, давай. Я вообще, честно, ну, я не представляю, если бы вот в реальной жизни вот так вот человек попал бы вот в открытом море. Вот так тупо плот его, да, и, ну, это же пиздец. Причем это ладно здесь, ну, как вот в игре, да, ресурсы там всякие валяются. Блять, а в жизни-то нихуя себе. Причем это он, как бы, грубо говоря, на отмеле где-то же. Прикольно. Но в реале, наверное, эта жопа была бы полная. Так. А, подожди, может, мы здесь сразу апгрейд сделаем? Роб, 10 веревок надо. Хорошо, сейчас сделаем. С веревками-то у нас теперь проблем вообще нет. Просто надо кучу-кучу этих водорослей. Так, ладно, давай-ка камни тоже заберем. Бля, ну меня, конечно, немного напрягает, когда акулы так рядом плавают, даже если они пока на нас не нападают. Так, я думаю, надо плыть к нашему плоту и уже оттуда выныривать, грубо говоря, и этот... С водоросли надо нахерачить побольше. А, так, у меня есть 4 веревки. Вот он, пластик. Вот он, пластик. Вот он, как ни крути, он, сука, пластик. Вот он, пластик. А, для лаз нам нужен... Рециркулит пластик. Какой-то другой, блядь, пластик. Подожди. Консел, сплит, ремов, ал. Нет. Здесь нету. Это другое. Это... Этот, карта. Вот эту хуйню сделали, это тоже, и как бы толку нигде ничего нету. А, у нас еще здесь веревки, и смотри, 8 веревок у нас оказывается. 8 веревок. Так, 5 воды есть. А, подожди, нам же вот эту херню надо опять барбекю сделать, да? Стики, скрапы. На, хули, делай. Взял, блять, сломал все. Дебила, хули. Так, пока вот так. А, так, 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 так. А, давай вот здесь день поставим, пускай стоит. Вот так, нормально. Так, теперь копье у нас есть. Пожрать надо, нам что-то замутить, да? Так, ну смотри, у нас еще и здесь металл есть. Причем металла немало, у нас камни есть. А, подожди. Давай. А, так. Для топора 15, 10 веревок. Все, понял, сейчас веревки надо добыть. Все, сейчас мы нахерачим. По сути, нам две веревки только не хватает. Вот смотри, течение есть, меня относит, потому что даже немножко. По-моему, 5. То ли 2, то ли 5 надо их. По-моему, 5. Темнота, пиздец, здесь внутри. Ну вот так. Если 5, то это, короче, на 6 веревок, да, у нас? Так. Опа. На 6, да. Как раз. Мне, в принципе, что? Мне 2 надо. Сейчас две веревки и... Так, здесь у меня, по-моему, да, все барахло лежит. Так, скраб металлы. А, так, стики есть, по-моему. Стиков 10 не надо. Блядь, 20 стиков. У меня стиков, получается, теперь не хватает. Ого-го-го-го. А, так, это мне не надо. Это я пока тоже положу туда. Так, вот это мне не надо. Это я пока заберу. Так, здесь же я нигде стики не оставил.
Нет, походу. Так, 8 стиков надо теперь опять мне. Хрен с ним. Сейчас раздобудем. Так, стики. Стики. Все возмущается ходит. Так. Камушки. Ну мы, да, в обед. Так, давай, вот это заберем. Так, давай, где еще стики? Вот они. Что-то, блять, они так такой близи от меня плавают, и это меня аж напрягает. Сколько мне? 20 надо, то есть еще пятеру, да? Стиков. Тут бы, по идее, поплавать, поохотиться, но что-то я, честно, немножко все-таки очкую, а то вдруг они сейчас не агрятся, а я там буду рядом с ними кровь рыбам пускать, и они начнут говорить: о, браток, ты типа не на своей территории. Давай спой. Так, ну как раз у нас дело близится к закату. Попей, еще попей. Так, вон, вижу. Отлично. Медленно плавает. Я не пойму, в чем та херня, что за индикатор мозга. У нас типа мы паниковать скоро можем начать или что? Или... Так. Так, там нету. А так, вот он. 17.3 еще надо. Еще 3 штуки. Я не знаю просто, что у нас будет за топор, когда вот мы его проапгрейдим. Видимо, что-то... Может будет, блядь, больше добывать. Может будет быстрее добывать. Их хер его знает. Но какой-то плюс в этом по-любому должен быть. Так, пожрать нам надо будет обязательно. Почему-то мы вот эту рыбу не можем ловить. Можем ловить рыбу именно ту, которая только там плавает. Косяком, где как раз плавают и акулы. Так. 3 палочки, блять. 3, ёпта. Нет, походу, ладно. Давай мы сейчас тогда лучше ляжем поспать. Или... У меня есть одна бредовая идея проверить. Взять не топором, а если ножичком. Может, он палки будет добывать? Точно, ёпта! Смотри как! А, ну и все. Нет, это по-любому. Все, я теперь вдуплил. Так, ну это тоже давай заберем. Так, все, поплыли наверх. То есть, короче, вот эти стики будем туда так добывать мы сейчас. Так, где мой лот? Так, что, пожрать надо? Сейчас пожрем. У нас есть там еще консерва. Последняя, причем консерва. А, ладно, давай мы ее захаваем. Ну, короче, так пойдет. Ладно, давай спим до утра. 10 часов. Нормально. Потому что ночью пока плавать нет смысла. Ни хера не видно. Все. Нормально, нормально, почти не голодные, да? Так, смотри. Есть роб. Так, веревки. Веревки и металл. Так, смотрим, да, можем сделать, можем. Ну, давай сделаем. Что с ним, типа, он, типа, круче стал, походу. Давай это барахло здесь скидываем, оно нам не нужно. Ну, наверное, круче стал, я хер его знает. Так, для этого 10 веревок до хера надо. Тоже.
Здесь вообще 30, короче, и палок, да, надо. Бутылка есть. Все, здесь-то все есть. Хорошо. Не знаю, как мне вот этот. Что мне, короче, с пластиком что-то надо сделать. Юзать. А подожди, где нахуй пластик вообще? Ну-ка, давай-ка глянем. Так, заберем пластик, заберем вот это, заберем вот так, к примеру. Я не знаю, давай еще вот так заберем. Как-то же у нас оно должно делаться. Ран, нет. Ран, нет. Так. Так, я пробовал. Вот так. Блять, не знаю тогда, короче, что у нас тут. Так, это тогда, пока мы поскидываем все сюда. Это тоже. Нету тут нихера. Ладно. Что у нас? Нам надо, во-первых, замутить воды. Что воды у нас что-то маловато. Давай, давай, херач. Сейчас штук 20 сделать. Ну, вот это считай, сколько у нас? 10 бутылок воды, по-моему, будет нормально. Так, херач, херач, херач. Дерево надо поменьше, главное, положить туда немного. Так, хорош. Давай, это мы туда закидываем. И дерево... Сколько мне, я не знаю, ну 10, давай, 10 сделаем. Может быть, хватит. Видеть, должно хватить. Так, ран, все. Эта херня делается. Да, ресурсики вон снова все есть. Так, мне надо вот в ту сторону. Да, вон где рыбехи плавают. И, короче, нахерачить себе рыбы. Да ебаный компот. Ох, блять, и акулы здесь. Ты посмотри, причем нежданчиком плавают. Да ты, блять. Так, сразу надо захавать ее. Надо пойти захавать ее, потому что у нас... Вон уже индикатор горит. Благо у нас, короче, еда уходит не так быстро, как вода. Давай, давай, быстрее. Так, раз тебя сюда, подожди. Так, 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 тут у нас что? У нас все юзается. Так, опа, вот так. Сейчас просто она пожарится, мы ее сразу заберем да захаваем. Плюс 20 что-то там. А, все, 20, короче, процентов сытости дает нам. Давай, давай, давай. Так, окей. О, блять, выходи отсюда. Ну, вот уже получше. Уже получше. Так, у нас здесь что? Здесь пока херачится. Ладно. Пойдем еще за рыбой. Еще добыча нам нужна. Акулы меня напрягают. Все равно. Как ты не крути, короче. А, подожди, давай-ка я ножичком вот это все на стики как раз пущу. Ну, отлично. Все, оказывается, проблемы нет с вот этими палочками. Надо их собирать постоянно, вот можно здесь их добывать спокойненько прям. Штук 40 сейчас сделать. Уже будет хорошо. У нас, кстати, да, основное нам сейчас надо палки и веревки. Для того, чтобы, короче, прокачать наш ножик и копье еще. Металл, по-моему, есть у нас. Так, хорош, всплывай. Всплывай, всплывай, подыши и пойдем за жратвой.
Ух ты, нихуя их там, ты посмотри. Но они, походу, тоже охотятся здесь. Да, он рыбу и башит. Главное, чтобы меня херачить не начали. Что плавают они что-то как-то очень подозрительно. Видишь, я, блядь, ей кровь пустил. Ох. В смысле ты, блядь, мою рыбу забрала? Охуела, что ли? Пиздец. Ладно. Давай металл добудем. Посмотрим, больше будет добывать сейчас или нет. Или так же. И так же вроде по два быстрее, может, и что. А, так он по одному добывал, да? Все, тады нормально, короче. Быстрее добывает он теперь. Да, за три удара. До этого было больше. Ну, нормально, акулы пока, короче, адекватные. Только рыбу мою пиздить, и все. Вот так нормально. Так, вот она. Рыбеха, надо туда, короче, прям плыть. Так, давай, 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 быстро, быстро, сдыхай, быстро забирать тебе надо, блядь. Быстро, опа-на. Так, давай, 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 давай. Надо больше рыбы. Нормально. Не знаю, жопой плыву сейчас в эту в акулу где-нибудь упрусь, нахуй. Ну да, они вон прям в опасной близости рядом со мной прям плавают. В принципе, нормально, копье есть, жрать найдем. Давай еще одну и можно всплывать. Знать бы куда, да? Всплывай, всплывай, давай. Так, все, рядом. Нормально, короче. Сейчас еще вкачаем свое копье, нож и вообще будет тимовой. Сын все возмущается. Что ты? Что? Не знаешь, куда ее засунуть? Ты че? Ты по мамке не соскучился по своей? А, Владик? Да-да. Так, ну чё, жиранинка готовит. Смотри, какая красота какая. Вай-вай-вай-вай. Так, давай-ка мы, наверное... Уберем отсюда, ну сколько, 20, 23 уберем. Вот, уже еда появилась. Во, другое дело. Опа. Вот так сразу. Опа, о, все, вода есть. Еда тоже есть. Все норм. Короче, вот теперь мы... заживем. Так, еще одну давай захаваем, чтобы уже быть прям вообще во все оружие. Блин, вот я не знаю, чем. А, подожди. О, стой, 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 стой. А, так, сюда скраб металл. А, бля, мне этих много надо. Так, стиков у меня достаточно. А, нож надо достать. Так, и надо делать веревок, короче, много. Много-много-много веревок. Прям очень много. Не знаю, сейчас качаю нож. И посмотрим, может он будет добывать больше. Ну, серьезно. Если он будет больше добывать, это будет прям очень-очень-очень круто. Давай, пока вот у нас есть кислород. На весь кислород посмотрим, сколько мы можем добыть вообще. Блять, водорослей. Уже тридцаточка, уже хорошо. Штук 60, а то и 70, наверное, сможем добыть. Уже 40. Настолько половина кислорода ушла. Здорово, здорово, здорово. Давай, давай, херать. Полтинник нужно. Считай, 60 штук, если это 5. Ну, мало все равно, пока мало. Чуть больше десяточки. Давай, до 70 хватает. Пока хватает. Так, давай. Сушилку вот в эту.
Так, на. Слушай, 14 штук. Отлично. Отлично. Здесь что у нас по еде? А, все, стоп. О, хорошо. Еда есть. Веревки делать, наверное. Так, наверное, я еще сплаваю, еще, короче, добуду. Че нет? Все равно пока рядом, пока те веревки крафтятся, как раз мы сырье уже для новых веревок подготовим. Вот. Нормально, нормально, нормально. Надо вот что-то, я говорю, с пластиком придумать. Потому что как-то он, блядь, должен переделываться, чтобы сделать ласты, чтобы сделать трубку себе эту херову. Чтобы нормально, короче, можно было плавать. А то, ну, реально, кислород очень быстро уходит, и плавает он очень медленно. Давай, давай, наливай. Ну, под водой, что мне еще здесь нравится, здесь действительно звук такой, как, ну, глухой, как будто ты действительно где-то под водой находишься. То есть, хоть, ну, как бы со звуками вроде пока в игре все нормально. Нормально, 70 штук за один нырок, я считаю, прям очень-таки хорошо. Так, вот сюда. И еще ран. А, ну все, оно типа делается, да? А, так, теперь смотрим. Вкачать нож. Нож 15, так, 10, 10. А, 4 веревки нам надо. Еще. А, так, 15 скрап металла. Ну, с веревками, я думаю, проблем не будет. Здесь 20 веревок. Охуеть. Так, скрап металла. А, ну, металла хватает. Металла у нас прям предостаточно. Так, это у нас... Что это у нас вообще? Да, типа светильником. Да, факел. Я не знаю, ну, можно вот эту сделать. А, нихуя, вот это у нас плавильня, вот она. Стой, стой, стой. Подожди. Вот это я заберу, вот это и вот это. И сейчас я просто, блядь, проверю. Если я вот так сделаю, вот так, к примеру, нет. А если вот так, нет, не идет ничего. Блядь, много набрал. Давай просто... Да, вот так. Это сюда. Все, могу двигаться? Нет, не могу двигаться, сука. Веревки убери. И то не могу двигаться. 110. Ну и палки убери. Так, давай попробуем. Если вот так мы сделаем, и вот так. Нет. А я уже пробовал, по-моему, да? Так. Да, я не догоняю. Что-то еще, значит, надо добавлять туда, чтобы оно работать начало у нас. Так, короче, забираем. Металл это не надо. Это сюда, это сюда. Так. Подожди, копье нахуй. Сначала вот, вот это. Оп. Типа он у нас крутой стал. Все. Это можно сбросить. Эти стики пускай будут. Короче, надо 20 веревок. У нас 21 делается. Ну, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо. В принципе, у нас и еда есть, да, немножко. Да, немножко еды, немножко воды. Блять, по еде, конечно, слабовато. Так, ладно. Надо попробовать подобывать теперь ножом. Сколько он дает? 3. Отлично. Улучшился, действительно. Так, вот эти ресурсы у нас не восполняются. По 3 туда вообще крутяк, смотри. Нормально, нормально. То есть больше мы его, конечно, не вкачаем уже. То есть это, как я понимаю, максимально его... по 3 единицы. Ну, давай добудем тогда. Скинем это тоже все. И посмотрим, что-нибудь дальше. Проверим топорик наш.
Надо бы еще пожрать, потому что ну, мало-мало две рыбёхи у нас, его нам даже на ночь этого не хватит. Поэтому нам сейчас желательно запастись. Так. Так, на, 33 делается, делается. Отлично. Отлично, отлично. Короче, не знаю, поюзал, нихуя не нашел. Не могу, короче, вдуплить, как у нас делается вот этот, блядь, ебаный пластик. Веревки у нас делаются, веревок нам надо 20 штук, у нас их пока 4. Так, ну, наверное, давай-ка в ту сторону поныряем. Посмотрим, что у нас есть здесь. Это нам пока ничего не надо. Акулы хули сами плавают спокойненько, да? Хорошо. Так, металл мы заберем. По-любому металл нам нужен. Да, видишь, он 5 металла давал, так и дает просто намного быстрее. За 3 удара, да, получалось, приходилось до этого бить 5 раз. Поэтому это, блядь, плюсик. Один хуй. У нас есть корабль, да, большой где-то там. Нам бы его, кстати, найти. Залутать. Туда я пока не поплыву. Туда пока глубоко. Так, ну давай, всплывай. А может нам коралл с кораллом как-то надо совместить, короче, наш пластик. Коралл есть, есть. Надо Да ладно. Ты зырь, что я нашел? Ящик какой-то. О, бля, хуйню какую-то. Какую-то хуйню нашел. Нормально, ладно. Это, походу, плот. Кто-то, видать, тоже здесь плыл и нахуй про... Ну, это отсылки, типа, походу. А, по-моему, Стрендедипе раньше такая же хуйня была. Башка. Вот эта конченая, непонятная. В инвентаре, да, у нас в инвентаре. Так, здесь ничего не берется. Ух ты, ёбаный компот. Так, не пугай меня. Так, надо всплыть, подышать. Давай быстренько наверх. Ну, то есть, в принципе, видишь, места достаточно много здесь. Есть где разгуляться. Надо рыбу, надо рыбу. У нас мало еды. Две рыбёхи осталось. Кораллы, кораллы. Вон там, да, у нас корабль. Корабль вон. Сейчас попробуем, короче, посмотреть, с него что-нибудь вытащить. Бля, буду. Так. Стики это понятно, мы добудем вот с этой херни прям, да, по-моему? Нет, не с этой. И не с этой. Стики нам прям они вообще категорически не хотят давать. Хм. А интересно. Это нет. Это нам что будет давать? Угу. Деревяхи. Ну, тоже хорошая тема. Орун. Рам батл какая-то. Всплывай, бля, быстро, быстро, быстро. Забыл про кислород. Бляха, давай, 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 братан. Может быть, кстати, здесь мы сейчас и найдем что-то хуйню какую-нибудь. А, бутылка рома. Отлично. Хорошо, можно будет бухнуть, короче. Там внутри можно еще что-то посмотреть, как я понимаю. Видишь, туда можно внутрь заплыть. Но опять же, с нашим мизерным запасом кислорода это конченая идея. Нам лучше туда, короче, не лезть. Так, ну это мы, конечно, все пока захерачим обязательно. Бунти Куин какой-то это у нас.
А, нихуя на высоту, это далеко. Да, сейчас еще внутрь попробуем заплыть. Сейчас подышим. Все-таки попробуем посмотреть. Там вон в бочине есть дыра. А мы вроде как дышать сейчас, вернее, задерживать дыхание можем на подольше. То есть, видишь, у нас он в третье, короче, прокачивается уже. То есть пока у нас все нормально. Говорю, надо только жаронина сейчас найти будет и все. Давай, давай. Внутри, возможно, что-то есть. Возможно, нет ровным счетом. Нихера. Да, вот как раз таки нихера здесь и есть. Кроме нихера здесь нет нихера. Так, давай-ка. Это тоже заберем. Давай, давай, давай. Да, FPS вообще нестабильный. Он то, блядь, полтинник, то, сука, тридцатка. Я не понимаю, конечно, как так. О, у нас, смотри, мы уже, бля, прям много набрали. Надо этот. Все, всплываем. Быстренько, быстренько, быстренько. Угу. Наш плотецкий. В принципе, видишь, мы вроде далеко не уплываем, вроде бы все рядом постоянно. Но в то же время обширные территории остаются, которые мы еще даже, ну, не изучили. То есть есть всевозможные пещерки там, куда можно заплыть. Немного, конечно, аж Сабнатика напоминаю. Блять, с мозгом что-то хуйня какая-то, смотри, у меня получается. Это не есть хорошо. Так, давай, 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 давай. И опа. Так, давай проверим. Во-первых, металл сюда, доски сюда. О, а мы же жаронинку нашли. Хорошо. Так, давай так. Так, нет, не здесь. Подожди, а где оно? Так, вот оно, вот оно, вот это и вот это. Я не знаю, может быть, оно здесь будет делаться. Давай, вот раз и два и три. Нет. Давай, вот так. Нет. Хорошо. Блять, ну что-то же, сука, должно делаться, да? Хорошо. Все нормально. Ходить главное, чтобы можно было. Да ебаный компот. Надо сюда еще одну поставить. И тогда будет нормально. Так. Смотрим. Так мы ее зажечь не можем. Зажечь мы можем вот так. Давай, допустим, вот так. И. Опа. Нихуя. И. Опа. Нихуя. Нихуя. Я, короче, я не понимаю, что надо тут. Просто реально не понимаю. Что может быть не так? О, сколько у нас уже? Так, нам, по-моему, 20, да, веревок надо? Давай позырим. И, походу, на этом закончим. Прокачали мы уже практически все. Да, нам осталось только еще дождаться одну веревочку. А так, в целом, короче, у нас все довольно-таки неплохо получается. Надо нам. Стики. Да, вроде все есть. Сейчас еще попробуем этот сделать один. Плот. И, короче, закончим. Так, опана. Опана. Я не знаю, правда, что тут, но, короче, какое-то невъебенное теперь оно у нас. Так, это сюда, это тоже сюда пока. А, подожди, нихуя. У нас 9 осталось. А чтобы нам сделать еще одну такую херню, нам надо 12 того-того. Ну, нет у нас этого. Это, по идее, крыша. Буй. Хуй, блядь. Не знаю, тут куча всего. Подожди. Крафтинг бокс. Крафтинг бокс. Ну, а. Планк, планк, шуй. Слушай, давай попробуем вот этот. Просто ради интереса. Мне просто, блядь, интересно. Так, мне надо их совсем чуть-чуть. Столько мне не надо, мне 10 хватит.
Давай заберем. А этот, ну... Ладно, пусть тоже здесь пока лежит. Там все это... Двери. Деревянные, это... Ну, это этот получается, как он. Ой. Блять, ящик ебаный. Так, раз, еще сейчас одну надо забрать. Ну ничего так вроде. Закат, все дела. Так, это нам пока не надо. Такая же херня, по идее, раз это крафтинг. Хотя, может, он, блядь, отличается немножко, а? Надо проверить, вот что я могу сказать. Сейчас просто проверим, поставим. Да, да, нет, 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 то пошел он нахуй. Так, хорошо. Раз, два, три. Давай. Просто посмотрим. Как бы ресурсов немного на это затрачено. Тем более ресурсы, которые восполняются. А вот так пойдет. Блять, то же самое. Все абсолютно то же самое. Ну, тогда и как бы хер с ним. То есть мы потом, видимо, на этом плоту можем уплывать отсюда нахер. Как-то так. Ну ладно, ребят, что, на этом будем заканчивать. Вроде как уже подпрокачались немного. Здесь у нас какие-то, видишь, артефакты. Вот мы, допустим, вот этот нашли. Два каких-то вот таких вот нашли. Пока больше ничего не... Вот с этим вот говорю, мне надо бы ласты как раз и вот эту херню. Какой-то вот рециркулятный какой-то пластик. Обычный пластик есть. Веревки тоже не проблема. Фух, надо, короче, и думать. Ребят, если кто что знает серьезно по этому поводу, блин, напишите, пожалуйста. Либо там, я не знаю, может у вас, блядь, ссылка какая-нибудь есть на то, чтобы, ну, где-то это все разузнать. Ну а на этом тогда будем заканчивать. Ладно, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, добавляйтесь в друзья, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ну а на этом все. Всем спасибо, всем пока.